then I know when I need to get a grip now. Hold on like a hold on stop. Oh God, there's a hold on drop. It's dark as a dark abyss now. Dark and stabbing now, I need to get from this now. Late night and I shout quite loud to my pen right down right out. What the fuck I think now? Fuck I think I drink up on my carpet finish. Здравствуйте. Нормально? Здравствуйте. На канале... Блять, я же нет. Ну, короче, как Давидыч. Вы же хотели вот этот лайтовый видос. Я просто говорю, что умнее. Вот это нашу жизнь, вот это вот. Как мы вот это начинаем с утра, вот эти завтраки, зарядка. Потом идешь, чистишь мод, разминаетесь. Обязательно разминаетесь. Проверили сразу все его комплектующие, там, ключи, все, что вам надо. Трос обязательно надо брать, потому что если Кая с вами какой-нибудь басик, то это по-любому надо трос, ключей надо набор. Ну, это, конечно, если Кая с вами. Потому что мотоленды, они не ломаются. Это не австралийцы, не японцы. Японцы это, ну, это натуре, это шлак. Вот нормальный мотоленд, 140 тысяч баксов. Ну, в смысле, ну, вы поняли. И вот вообще бед не знаю. Вот езжу уже 5 лет. Масло даже ни разу не менял. И оно там прям свежайшее. Это, наверное, потому что хороший комплектующий. Вот эта поршневая группа, там все так красиво сделано, все подогнано. Ну, сами понимаете, китайцы, они уже, в смысле, много где смотрели. И поэтому хорошо. Сборка вообще, все вот эти зазоры. На пластике зазоров вообще нету, как на Хускварне. Просто я... Покупайте мотоленды на 172 моторе. А когда уже залетаешь, думаешь, какие, блядь, там газ-газ, австралийцы. Херней занимаются. Но. Мужики нормальные, вон в горы пилят. На 172-м моторе. It's been around and shit, it's been around for the Еще бы, блядь, сломал бы, да, ебануть?
Это да.